Я думаю, что у Крыма достаточно богатое будущее. Крым всегда был ярким пространством, в котором щедро было наделено все и красотой, и плодами, и землей, и людьми, и солнцем ярким, и морем прекрасным. Но он всегда за это тоже платил. И все страшные войны, которые начинались в Крыму, они все равно были во славу, да, во славу. И они показывали дух и мощь человеческую. И не только солдат, но и людей, которые крымчан. И она многонациональная, эта земля. Я думаю, что Крыму возрождаться и радовать нас, и они были частью России, они естественно существуют. Поэтому ни у кого нет по этому поводу сомнений. Но если не входить в политические интриги, но мы сейчас не будем об этом обсуждать. Я думаю, что, поэтому у всех у меня было ощущение, что она никуда не уходила. Это земля, которая всю жизнь была испокон века России.